Екатерина Алтабаева и Дмитрий Белик избраны первыми заместителями секретаря Севастопольского отделения «Единой России». Об этом стало известно после заседания Президиума Политсовета, на котором приняли ряд кадровых решений. Два первых заместителя, остальные члены Президиума являются заместителями регионального совета, секретаря регионального совета. Мы определились по направлениям, где каждый заместитель секретаря регионального совета отвечает за те или иные направления нашей деятельности. По сути, эти деятельности, эти направления определены. В первую очередь мы опирались на структуру правительства для организации взаимодействия с правительством. Второе, на реализацию партийных федеральных проектов, которые есть в партии. Президиум Севастопольского политического совета партии «Единая Россия» вошли 11 человек. Руководитель Дмитрий Саблин, первые заместители Екатерина Алтабаева и Дмитрий Белик и заместители Инна Гончарова, Евгений Зубарев, Ирина Кровец, Татьяна Лобач, Артем Мальцев, Инга Матяш, Владимир Стручков и Алексей Ярусов. Каждый из членов регионального президиума регионального политсовета, во-первых, закреплен за каким-то районом. Естественно, поскольку я являюсь депутатом Гагаринского округа, второй мажоритарный округ, я очень просила, чтобы коллеги меня делегировали именно в Гагаринский район. И меня услышали. Я буду работать с депутатами и своими избирателями в Гагаринском районе. А проекты, которые закреплены, это, во-первых, русский Крым и Севастополь, о котором тоже здесь велась речь, и культура, малой родины. Я, например, отвечаю по направлениям за связь с федеральным центром, за федеральные законы и за контроль над федеральными программами. По сути, то, чем я занимался 2,5 года. То есть мне это понятно, мы с вами у меня в приемной на Ленина обсуждали эти вопросы. Я вот в ближайшее время планирую поднять именно на партийной площадке эти вопросы уже немножко в новом качестве, в несколько новом ракурсе. Поэтому будем работать, и поверьте, я надеюсь, я уверен, увидите и почувствуете результаты. Поменяется Севастополь.